Не, я просто еще чаек сделал себе. Тот я уже выпил. У меня было время, что я стримил без вебки, потому что у меня была вебка довольно-таки хреноватенькая. Ну, вот одна из моих вебок валяется, я не знаю, вот. Видно вам там, не видно? Ну, она была так себе. Она была не то чтобы плоха, у меня есть стримы на нее записаны еще со старым микрофоном и прочее. У меня тут микрофоны валяются повсюду. Она, наверное, не подтяну к вам даже. Слишком короткий. У меня несколько микрофонов, несколько веб-камер. Так, чатик, значит, я сюда положу, пока настрою. Надеюсь, что все будет замечательно в этом плане. Сделаю вот так. Вы мои глаза и уши, короче говоря. Чай топчик, согласен. Потому что из-за того, что эту игру нельзя особо сильно трогать, мне придется делать это очень странно и своеобразно. Я... как бы это сказать, короче, тут все так очень хитро настроил, так как если я, короче, на нее тыкаю, вы ее перестаете видеть. И чатик Ютуба я буду видеть только в своем маленьком окошке специального чатика, грубо говоря. Так что Ютуб, если что, вдруг резко там не обижайтесь. Все это работает через Puppets. Я настроил как смог. В принципе, смог вроде неплохо. Но в любом случае... Все эти индюшные хорроры, это такое. Все, ладно, хватит уже трепаться, меня уже заебало трепаться. Играем на ультра-графике. То есть, топчик графика. Поехали. Мы видели чувака, который лежал в операционке, и наш главный герой что-то там ему втирал. Собственно говоря, что он ему втирал, я без понятия, но мы узнаем. Сейчас я проверю, все ли вам видно, все, вам все хорошо видно. По звуку и прочее пишите, чтобы я знал. Потому что я не слышу. Слышите только вы. Так, на какие тут кнопки хотя бы ходить-то, господи? Точнее, не ходить, а брать что-либо. Без понятия. На Е. Пива нет. Жены, судя по всему, тоже, потому что холодильник полностью пустой. Фигово. Ты живешь, братишка, фигово, прям как я. Звуки хорошо слышно в игре? Скажите сразу, нормально ли там все слышно? Громкость звуков именно игровых, потому что это все-таки хоррор, и это важно. Ёпта мать, это было страшно. Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? В больнице никого не видно. Чтобы узнать, что происходит, выйдите во двор и найдите охранника. Чтобы узнать цель, нажмите клавишу Tab. Да я понял, понял. А, я понял, что это такое. Все, огонь. Отлично, отлично. На что нам нужно найти охранника? Выйти из этой милой больницы живым и невредимым, так чтобы никто не присунул мне... Пока я не смотрю назад. Это было бы крайне неприятно. Что-то знакомое. Я не играл в эту игру, поэтому я не знаю. Ну, если кто-то играл, конечно, извините, но я, например, даже не смотрел. Я не спойлерю себе игры, поэтому я... Я только трейлер посмотрю, чтобы понять, как бы, про что играю. И на этом все. А она похожа на Outlast, да. Похожа. Я сразу сказал, что игра очень похожа, но это не Outlast, если что. Как они узнали, что это моя любимая передача? Я каждый день смотрю эту передачу дома. Постоянно, когда телек включен, у меня вот это вот. Я слышу какой-то плач. Или у меня уже галлюцинации начались. Слушай, если ты страшный и ужасный, то не подходи. Мне нафиг не надо проблема. Давай, ты пойдешь своей дорогой, я пойду своей дорогой, и мы с тобой вместе разойдемся. Ядрить, колотить это. Я на улицу вышел, хера себе. Чтобы бежать, нажмите клавишу Shift. Я не хочу бежать, зачем вы меня этому учите? Я хочу мирно ходить, вот присесть на лавочку, посидеть, отдохнуть. Чего сразу бежать-то, блин, а? От кого бежать? Не надо, бля. Пойдем к ментам, может они нам помогут. Это скорая, бля. Что-то я сомневаюсь, что они нам помогут.
Люди! Йоу! Живые есть? Человеческие создания. О, блин, может это я, кстати, приехал на этой скорой? Кто его знает, а? А вот, кстати, какой-то ключик. Ты должен найти охранника, проверив блоки, из которого раздался крик. Кто-то слышал крик? Даже я крик не слышал. Прикиньте, даже я крика не слышал, но наш главный герой умудрился слышать этот крик. Ага. Ты должен найти охранника, я понял. Ну, у меня есть еще, если что, потом игра. Я в нее не играл, поэтому попугаюсь. Мне пока нравится, честно говоря, как она сделана. Пока очень даже неплохо. То есть, как бы прям, пока весьма зачетненько. В 2004 году мать доктора Рейли скончалась в этой больнице от опухоли головного мозга. Доктор Рейли только сейчас смог прийти в себя после своего пережитого, после всего пережитого. Хорошо. Ну, точнее, ничего хорошего, но вы поняли. Какая милая, уютная, добрая больница. Что происходит? Оу. То есть последнее, на что ты обратил внимание, это на труп? Чье это тело? Мы это выясним. Жутко, жутко. Я всегда выбираю игры, которые именно жуткие, но стараюсь. То есть, чтобы это было действительно страшно. Мы смотрим, как девушка умерла. Мне нравится эта игра. Определенно, это было здорово. И мы, как храбрый воин, пойдем туда, выясним и надаем пиздюлей тому чуваку, который это сделал. Я медсестра Глория. Если вы читаете эту записку, значит меня нет в живых. Как можно быстрее отнесите эти записи с камеры в полицию. Ты должен рассказать им о том, что здесь происходит. Я больше не могу все это выдержать. Ни за что не ходи дальше библиотеки. Ни в коем случае не приходи через тот проход. Но мы же с вами играем за очень умного главного героя, и мы, естественно, именно этим и займемся. Ведь нам же сказали туда не ходить, ведь нормальный человек бы пошел в ментурку. Эй! Страшная непонятная хрень! Села батарейка, воу-воу-воу, батарейка. Ты еще тут? Если да, то уйди нахер отсюда, я тебя боюсь. Какого хера? Кто мог это сделать? Я не знаю, братиш. Крепись, блин. Он знает толк в хорошем телевидении. Я тоже люблю эту передачу. Я тоже говорил. Мы с этим парнем подружимся. У нас есть много чего общего. Слушай, братиш, давай дружить и вместе убивать людей, а? Я ведь тоже подхожу на эту роль. Я их тоже не очень люблю. Может, да, кроме подписчиков. Вас люблю. Так я же говорю, игра похожа на Outlast, ребят. Камеры и батарейки, да. Потому что игра похожа на Outlast. Наверное, скорее всего, парниша, который делал эту игру, ну или может компания, они ориентировались на Outlast. Примите лекарство для получения жизни. Чтобы лекарство, нажми клавишу 1. Я пока не буду, наверное. Бля, ребята, может она еще теплая? Ну, можно же оттащить ее в хороший угол. Ладно, о чем я говорю? Пойдемте дальше. О, это батарейка. Хераси, вы видели размер батарейки? Ядрить колотить. Слушай, девочка, насчет темного угла, я тут еще раз подумал. В принципе, не так плохо. У меня есть камера, можно сделать домашнее селф-видео. Хоум-видео, точнее. Нет? Ладно, что-то такая сразу там. Лежит такая нахмуренная, типа, бля, не, я не пойду. Ладно, ладно, нет, так нет. Оу. Это твоя часть, нет? Ты потеряла. Ну, молчи, значит, не надо. Согласитесь, это даже круче, чем Дом 2. Так, ладно. Пиво? Еда? Знаете, почему тот мужик был такой злой и голодный и набросился на девчонку? Потому что у него тоже нет жены, и, как видите, парень страдает от голода. Давайте возьмем фонарик. Не канает? У нее голова болит, походу, да, точняк. Как-то она прокладная одесса твоему предложению. Есть такое. Может, я свет смогу включить? Почему в ко... О, что это такое?
Так и что мне это дало? Это абсолютно бессмысленный проход, который мне абсолютно никак не помог. Ладно. Будем искать далее. Что у нас тут хорошего есть? Слушай, подскажи, не валяйся просто так. Чё ты... Петрович, не шуми. Чё ты... Вот, блин, господи, ну вот нет, вот помочь бы там встать. Нет, блин, повсюду разбрызгала свои кишки и валяется. Отдыхает, мать его, я занята. Вот зараза, а. Ой, господи, блин, я так испугался, пиздец. Я, оказывается, драться могу, ёхала, мана. Я не знал этого. Вставай, ёпта, вставай, вставай, тебе говорю. Проснись и пой, дитя заката. На тебе, блин. Господи, ядреть тебя колотить-то, мать твою, ты чё? Пятюню, что ли, хочешь? Ну на, господи, блин, я не понимаю людей, так бы сказал. Я твой подписчик, говорит. Ой, ёб твою мать, ты чё меня кусаешь-то? Ребят, надеюсь, мои подписчики меня вряд ли кусать не будут, когда найдут. Да хватит меня грызть-то, мать твою, вот у меня нога есть, смотри, я чечётку умею плясать. Господи. Знаете, сучка. А! Иди взад. Все, я и обиделся на тебя. Фу, блин. Скотина, а. Чуть не обосрался, пока нашел его. Эй! Оу. Он прям как Патрик играет в прятки. Пипец, умеет же. А просто лекарство, которое тебе дали, братишка, оно немножко того, просрочено было, понимаешь? Если съесть просроченного пургена, тебе и не такое привидится, я тебе отвечаю. Не, я не по личному опыту, если что. Это мало ли. Хорошо. Хотя я не знаю, что может быть хорошего в том, что мы сейчас увидели, но... ты что за хрень? Мне это надо. Наверное. Не уверен. Ну, раз дают, то можно взять. А я могу присесть, нет? Не, я не умею садиться, бля, ну... Видимо, у нашего главного героя геморрой. Ему больно садиться, поэтому он не умеет приседать. Ну, бывает, чего уж там. О, не зря же мы все-таки в больнице, как бы, да? Ну, мы же не знаем, зачем он пришел в эту больницу. Может, для того, чтобы геморрой лечить. Поэтому не может бедняга присесть. И прыгать он тоже не может. Ну, логично, геморрой болтается, больно, когда прыгаешь. Ой, неприятно, неприятно, ребят. Это и правда ужасно. Страшная игра. О! Эй, дорогая! Я твой мозг нашел. Он маленький и сохшийся. Да блять. Очнись ты, мать твою, я тебе мозги принес. Сучка. А, написано БДО. Ой, блин, кстати, да, ребят, ёпту маковку, я забыл Black Desert скинуть. Ии, нет, привет. БДО уже. Ты еще за хрень, а? БДО уже было. БДО уже было. 3 часика сегодня постримили БДО, сейчас пока что хоррор. Но БДО может будет попозже. Блин, сорян, ребят, я забыл. Привет, привет, Денис. Привет, Дениска, я забыл. Я забыл поменять. Я просто очень долго настраивал эту игру, чтобы она нормально работала, но ребята знают. И. Пока я ее настроил, короче, я забыл, что нужно поменять игру в стриме. Там кто-то хочет трахнуть привидение, которое стоит в уголочке. Эй, ты не можешь ее трахнуть? Я покажу как. Я пока, ребят, на вопросы по БДО отвечать не буду, простите. На вопросы по БДО буду отвечать во время БДО. А так, всем привет, ребят, это Twitch, YouTube. А, чё? Блин, я... Что? Ёбаный брат, вы кто такие? Слышь? Ты чё друзей позвал, а? На стрелку по 5 не ходят, я вообще-то один. А, я по-честному пришел. Не надо так делать. О, там кто-то опять смотрит мою любимую передачу, судя по всему. Да, я тоже так умею. Господи, у меня друг тоже очень звуки издавал, когда мы напились на пьянке. Уйди, противный. А может, это ты забыл там мозги? Ладно, пойдем отсюда. Вообще, игра на самом деле крута. Фух, это что, зомби? А хрен его знает? Я не знаю, про что игра, ребят. Я ж не спойлерю себе. Наверное, да?
Ну, похож, во всяком случае. Нет, ну вроде бы как могу ошибаться, но вроде бы как здесь делали какие-то... О, сколько девушек. Они пока теплые. Слушайте, ребят, я уже гарем собрал. Вообще здесь как бы... Бля, я же говорил, что геморрой пришел лечить. Я отвечал вам, геморрой пришел лечить. Геморрой. Сидит братишка, пытается тужиться, но не получается. Болит, болит. Короче, здесь в больнице делали всякие, короче, опыты с людьми. И вот получилось то, что получилось. Какая красивая. А, это мужик, господи, господи. Ну ладно, чего уж там, пока теплый сойдет. Не, ладно, 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 не надо. Забудьте, сотрите из памяти. Бля, я так хотел посмотреть телевизор. Хотя бы в игре. О, у меня тело есть и ноги. Ой, погодите, так я, блядь, ебаный доктор, смотрите. Пиздец, так я дантист. Слышь, пациент, блядь. Встал, сука. Встал. Встал, блядь. Встал и пошел. Вставай и живи. Живи, сука. Ну ладно, не получается. Походу, доктора так и лечат, но... Как мы знаем, на практике в реале такая медицина не помогает. Ну, собственно говоря, в игре проверили, реально не помогает. Мы запомним. Не-не-не-не-не-не-не-не. Чатик нет. Чатик. Ёб твою, как парафака, мака, така фака. Библиотека. Дальше библиотеки нам сказали не ходить. Ну, я же ж... Я пришел геморрой лечить. Ребята, мне нужны книжки по лечению геморроя. Пустите, сука. Пусти, блядь. Посмотрите, он попкой пританцовывает. Смотрите. Смотрите на его фигуру, он такой, опа-ла-па-па-па. Смотрите, реально, если музычку подставить, это божественно. Слушай, а ты классно задом двигаешь, бля, ты... Точно стриптизерша был, пока зомби не стал, отвечаю. Так, ладно, пойдем посмотрим, что тут есть. Какая-то скляночка с каким-то... Это пивко? Нет, это не пивко. Что тут хорошего? Все телеки поразбивали, сволочи, казенная жмать его имущество больницы. Вы чё? Кто? Пустите меня. Если сейчас кто-то подпишется, я обосрусь. Отвечаю. Тихо. Он на таблетках. Пивко со вкусом эмбриона. Ой, фу, мое любимое. Разлегся. Господи, тут все лежат. Я один делаю все. Там валяются, здесь валяются, баба поваляется в проходе. Ну, господи, боже ты мой, ну почему я один должен решать все проблемы человечества? Как всегда. Лучше бы встала, пожрать готовила. Так нет же, все вокруг злые и подохли, потому что девушки не готовят. Девушки, готовьте, пожалуйста, мы же без вас никуда. Что-то, бля, происходит? Оу, это было, кстати, неожиданно. Дэм, фак, ребята, Дима Жахов. А, Джава, прости, пожалуйста, братишка, добро пожаловать на YouTube. Спасибо тебе, братишка, надеюсь, тебе у нас понравится. У нас Black Desert, у нас Black Jack и Шилю. Ну ладно, в общем, ты понял. Надеюсь, не разочаруешься, спасибо тебе большое за подписку и за поддержку канала таким способом. Плюс у нас, короче говоря, БДО, хорроры, выживалки на канале YouTube и много чего интересного. Добро пожаловать. Вот, наверное, он под этим, кстати. Мне дали уже две штуки. Могу съесть и присоединиться к этому. Братиш, я к себе! Я тоже, как ты, танцевать хочу! У меня есть лекарство, закинемся, я поделюсь, у меня два пузырька. Господи, это же круто. Здесь очень темно. Ты можешь пытаться себя защитить, но ты доктор, а не боец. Будь внимателен. У меня есть таблетки, я могу поделиться. Братиш, я доктор. Я могу выписать тебе таблетосов бесплатно. Так они за... О, таблетка, господи, батарейка. Давайте сделаем живительную медицину. Вставай, сука. Ой, блядь, получилось, ёпта мать. Ты чё? Господи, какая живительная медицина, ты чё? Господи, я думал, ты как и все остальные, не встанешь от этого. Бля, ребята, я только что открыл Нобелевскую премию, у меня живительный пинок. Это войдет в историю, господи, мать твою, ты чё встал? Господи, да он слишком живой. Ты чё за так... Я в ахере. Вот это оживил пацана, блин, а? А где твой... В
Вот это парень дал. Бля, походу я перестарался немножко, какой-то он слишком живой. Погоди, сначала? Да ладно, да ты чё, да ты гонишь. Ладно, давайте по-бырому. Господи. То есть, погоди, если в этой игре один раз умираешь... Я знаю, что вы сейчас не видите, я просто решил проверить, сохранится можно или нет. Главная игра — продолжить меню. Здесь нельзя сохраниться. Писец. Не переживайте. Живил себе геморрой, да пипец. Господи, боже ты мой, я не знал, что он живет. Чуть не обосрался, когда увидел. О, я в предыдущий раз этого не видел. Смотрите-ка, в этой игре умирать нельзя. Вот в чем прикол. Ладно, дорогая. Так, быстро. Это мы все с вами видели. Какой я? Ванга, мать его. Тихо. Тебя я видел, бро. А вот дальше мы, в общем-то, не ходили. Давайте сюда. А, кстати, тут я не был. Прикиньте, вот по всему этому дом 2 запустить и посадить в центр человека. Вот после этого получаются такие, как они. Господи, я что-то боюсь, кстати, теперь к нему подходить. Он убил меня с одного удара. Ребят, с одного, блин, удара. С одного. Прикиньте. Как-то, ну... Как-то что-то типа сыкотно там. О, стоять. Ты что такое? Нет, это ничего. Это меня задачило. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я не буду подходить к этому чуваку. Вот, да, кстати, это хорошая мысль. Определенно, на кой хер он мне срался? Самая жопа, что в шкафчик не спрятаться там. Да, кстати, это пипец. Ну его в задницу, слушай, валяйся. Вы прикиньте, как я охерел. Я реально просто подошел, думал пнуть его, чтобы он ожил. А он ведь ожил. Так получается, знаете, я только что понял, что я лучше, чем медицина, которая в России и не только. Бля, мой живительный пинок что-то может. А вот на ту девушку он не подействовал. Да, девушки, вы такие упрямые. Если у вас болит голова, то даже пинок на вас не действует. Он зомби оживил, а девушку нет. Вот это да, вот это я понимаю. Если у девушки болит голова, то это навсегда. А ща хоп, его надо будет оживлять по сюжету. Ой, господи, надеюсь, что нет. Я не знаю, эта сволочь меня убила с удара. Я не знаю, как от него отдвинуться вообще. Чё как? А, да. Бля, по зрачкам он явно упоротый. Это, скорее всего, вот этот вот чувак сидел. Так, ну тут вроде бы ничего не было. Ладно. Пойдем потом. Так, ладно этого. Если я даже лежачего не смог убить, как я убью вот этого чувака? Я не могу красться, я не могу присесть, я не могу нихера сделать. What the fuck? Ладно. Ах, ты мужик потряс красивый. Вот тебя в задницу, слушай. Точно, блядь, сцептизершей был. Отвечаю. Тихо, мать твою. Знаете, такая стриптизерша с прокуренным голосом. Вот это, короче. Вот тебя в задницу.
А чё в задницу, а? Ёб твою мать, ёб твою мать, ёб твою мать, что, 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 господи, где, куда, куда? Ты чё? Иди нахер! О, господи, иди нахер! Я не хочу туда идти, в зад пошел. Слышь? Сейчас. Да как тебя убить-то, господи? Что мне с тобой делать? Ты хрен с горы. Я его боюсь. Я два лекарства потратил, у меня аптечек больше нет. Нет, этого не может быть. Чтобы включить свет, пройдите на цокольный этаж, в комнату, в которой находится генератор, использовавшийся во время эксплуатации здания. Не забудь прочитать записку медсестры. Господи, я чуть не обосрался, пока это было. Это было писец. Затащено, затащено, ребята. Ух ты ж, мать твою, я две аптечки всрал, чтобы убить одного хорошего парня. Две аптечки на одного мужика. Вы что, прикалываетесь, что ли? Господи, у меня больше нет аптечек. Я хочу еще немножко медикаментов. Чуть-чуть колес, пожалуйста. Как я всрал, когда эта хрень началась, ёптую мак. Немножко колес. Чуть-чуть. Ребят, совсем немножко колес. Это, блядь, я так дышу или это кто-то за стеной так херачит? Погоди, вы что, серьезно, что ли? Это не может быть я. Наверное. Мне же сказали, дальше библиотеки не ходи. Чувак, не ходи дальше библиотеки. Ну нахера? Ну нахера ты попёрся дальше библиотеки? Вот ты имбецил, а? Аптечка. Называется, перережь себе вены, братиш, и не парься, блядь. Не иди дальше, Это никак мне не помогло. Абсолютно. Бля, вы что, прикалываетесь? То есть вы хотите сказать, что мне реально, что ли, по сюжету надо этого чувака пинать? Да вы что, гоните? Я не хочу. Ищи на цокольном этаже в комнате, где находится генератор. Да не ебу я, где находится ваш генератор, блядь. Я не ебу, где он находится. Я не знаю, где генератор. Я понятия не имею, блядь. Что такое, еб твою мать, цокольный этаж? Хорошо, ладно. По-моему, мне того живительного чувака надо будет реально убивать снова. Это просто жесть. Точнее, не снова, а в общем-то. Цокольный этаж — это самый верхний этаж, если я правильно понимаю. Так? Так. Спокойно, спокойно. Да, стараюсь, стараюсь. Ладно. Что, ребят, ну, господи, ну, я не знаю, ну... Что вам по этому поводу сказать? А, цокольный — это подвал, да? Оу. А где подвал? Хорошо, ну, наверное, вот только туда, у меня больше нет идей. Хотя, с другой стороны, блядь, а как я туда пройду? Там этот чувак валяется, а как я туда это пройду? Господи, я хер его знает, ребят. Сейчас меня прибьют, и придется, блядь, заново начинать. Вы прикалываетесь? Пшел нах отсюда. Пшел нах отсюда. Ах ты, сука. Пшел нах отсюда. Пшел нах отсюда. Пшел нах отсюда. Пшел, тебе говорю, блядь. Пшел нах отсюда. Пошел с моего спота, блядь. Это мой спот, сука. Я его пасу, блядь. Это мои овечки. Ой, у меня больше аптечек нет.
сколько тебе надо? Пиздец, у тебя ебальник каменный, а? Господи, может твою, за это ты у меня ботинок прокусишь. Блять, больше не оживай кусок-то вонючего, блин, мяса. Чтоб тебя нахер. На тебе еще раз. Еще раз, блять. Сука, контрольный нах. Скотина, блин. Соколь, это именно подвал, понял. Так, хорошо, минус один. У меня вообще, наверное, жизни нет, я так понимаю. Я не знаю, где их посмотреть. Если вы думаете, что внизу, где моя камера, есть жизнь, нихуя, их там нет. Знаете, в жопу, блядь, ногу. Хочешь фетиш, хочешь фетиш, хочешь фетиш. Нахрен я его убил? Не надо. Здесь он больше не встанет. У меня, говорит, встал вопрос, говорит. Так нахрен я вообще его убивал? Чатик? А ну быстро гуглить. Смотрите, ключ ищите на цокольном этаже в комнате, где находится генератор. А, блядь. А назад не пускают. Эту дверь открыть не могу. Давайте будем очень внимательно смотреть всякие столы и стулья, потому что мне кажется, что, наверное, я просто где-то пропустил ключ, и, наверное, валяется где-то... Где-то. Чатик, смотрите вместе со мной, вдруг вы заметите, а я нет. А игра-то сложная, я должен вам сказать. Господи, блядь, я тебя испугался, сука. У меня такое чувство, что там кто-то дышит, или типа того. У меня сейчас камера сядет, а мне пиздец. Блин, ребята, игра сложная. И непонятная. Убивать их сложно. Что делать, непонятно. Камера садится. Но у меня есть еще, по-моему, одна батарейка, но... Даже наличие батарейки мне, честно говоря, что-то особо не помогло ничем. Охрененно, я так вижу много, просто пиздец. Так, ребята, ну что я вам могу сказать? Давайте думать. Попытаться, может быть, как-то можно. Хороший вопрос, на самом деле. Чатик, I need help, motherfucker. I need motherfucker help, motherfucker. Хорошо, чё хорошо заходит. Так, ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Сюда я, блядь, протиснуться не могу, сука. Геморрой, наверное, очень сильно распух. Так что даже пролезть не в состоянии. Никаким, блин, хрен, да? Даже если я уже постараюсь, а ты втянешь геморрой, не знаю, пальчиком заткнёшь. Нет, даже никак. А, зараза. Что же делать? Как же быть? Как же зомби мне убить? Что? А, это просто баги текстур, понял? Ребят, я не знаю, у меня нет идей. Чатик, I need help. Идеи кончились. Я не... Не, ну ей-богу, тут кто-то дышит. Отвечаю, там кто-то дышит, разве я не это самое? Не-не-не-не, игра хороша, мне просто надо продвинуться далее. А игра мне нравится. Тут кирпичики торчат, я подумал, может как-то... Господи, не, ну серьезно, ну должна же она как-то пройтись. Я так понял, тебе сыкотно. Ну, и да, и нет. Когда... Вот когда вот эта хрень там началась, со всей музыкой, да, было сыкотно. Ребят, ну погляните кто-нибудь, а? Найдите, посмотрите, потому что... Зараза, что-то я идею потерял. Господи, ну я так и думал, что где-то надо найти какой-то ключ или что-то сделать. Псец, книжка. Бля, за это дерево реально кто-то дышит. Чё, бля, такое? Тишина, ёпта. Сохранение. Ладно, дыши там, спокойно, братиш. Бля, я отвечаю, там кто-то яро дышит. Он же потом рано или поздно вылезет оттуда и даст мне пизды. Мне бы не хотелось. Очень не хотелось. Что? Что? Все нормально? Что, колеса отпустили, что ли? Тихо, блин. Я понимаю, я закидывался таблетками, но я не думал, что они такой эффект дадут.
Камеру будем экономить по возможности, потому что батареек у меня больше нет. И если они сядут, то тогда точно пиздец. Эй! Кто ты? What are you doing here? Нахер ты его зовешь, придурок? Ты чё, блин, дебила кусок? Если ты видишь такое в таком месте, может, блин, последнее, что нужно делать, это звать? Эй, чуваки, ёпта, я тут! Чё вы делаете? Йоу, народ! Ты чё, блин, пари на всю больницу, чтоб все сбежались. Кусок тому до звона. Я здесь! Эй, подожди! Не режь его, порежь меня! Я ж такой умный, мать твою! Я бы, блядь, сидел бы, сука, в тряпочку, заткнувшись, и шел бы по стеночкам, прикинувшись, блядь, мхом. Ну что ж, чтобы не орал тут, блин. Ой. О, ага, особенно, блядь, при виде такого. Подожди, мужик, куда ты ушел? Я тоже хочу тут оказаться. Серьезно? Меня забыл. Вы ж не станете, а? Пяточку нюхает, смотрите. Не, я боюсь, блядь, их пинать. Ну его нахер, прикинь, пнулся, эта куча резко встала и пошла на меня. Я же точно обосрусь после такого, блин. У меня хорошее кресло, мне жалко его. Что? Ты чё помялся? Я чё, блядь, Брюс Ли, что ли? Тихо. О, пожалуйста. Да. Ну, скорее всего, тот парень, которого мы так любезно звали, чтобы он к нам подошел. Скорее всего, это был он. Ой, у меня камера садится. Села батарейка. Батарейка. У нашей любви села батарея. О, господи, боже ты мой. Смотрите, как он так пританцовывает своим торсом-то. Хороший парень, а? Я, наверное, неправильно делался с самого начала. К сожалению, наверное, блин, точно надо сейчас прибьют, и будем начинать мы все заново, потому что я просрал всю аптечку, мать его. Я просрал все эти самые батарейки. Ну, короче... Хотя нет, не сначала. У нас же там сохранение прошло, точно. У нас же там был чекпоинт. Может, я за их него сойду, нет? Я тоже так танцевать умею. Походу, это так не работает. Я, сука, пылинка. Ты не видишь меня? Я, сука, пылинка, блядь. Я пылинка. Я пылинка, мать твою. Я пылинка, блядь. Я, сука, пылинка. Пылинка я, блядь. Сука, верь мне. Фу, сука, верь мне. До последнего верь мне, блядь. Я пылинка. Я пылинка, сука, я пылинка. По-моему, впереди еще один, но я не уверен. Мне нихера не видно. У меня нет батарейки на камере. Фух, ёбаный в рот. Свет-то вырубился именно тогда, когда ты... Да, кстати говоря, так что это по сюжету, походу. У чувака астма, походу, да. Я гребаная пылинка, мать твою. Я пылинка. Найдите первый этаж. Отлично, отлично, отлично. Закрой дверь, мать твою, закрой дверь, закрой, сука, дверь. Да ты, ёб твою мать, ты чё, в лифте, блядь, родился, сука, дверь, закрой, блядь. Да закрой ты эту сану. Пылинка ж не всегда действует, мать твою, скилл пылинки может кончиться, он в откате, блядь. Ладно, ладно. Беги на пролом, ты в танке, не, я думаю, с ними это не проканает. Тихо, тихо. А? Тихо, блядь, тихо, блядь, тихо, нах. Смотрите, пылинка-то прокатила. О, я что-то нашел. А, я нашел надпись «Цокольный этаж». Нормально. А, что это, блядь, такое мою голову потрогало? Господи, я ни хрена не вижу. Что? Что? Где? Куда? Как? Куда, блядь? Я вооружен ногой, сука. У меня катка есть.
А, нормально. Фуф, пятка рулит. О, тут целый проход еще один. О, ключик. Хорошо. Я очень хочу, ням-ням-ням-ням-ням, как бы это сказать, хил. Даже, наверное, больше, чем батарейку. Найди генератор. Так это как бы похоже на генератор, нет? Ну, вот эта вот хрень, которая шумит, она же похожа на генератор, да? Запасной. Сразу, блядь, ничего не видно. Вроде только цокольный этаж, и вроде только надпись «Запасной». Я, ребят, вижу столько же, сколько и вы, а именно нихуя. Да, я тоже так думаю. Что-то боюсь туда подходить. Ладно. Чё, как, народ? Как ваше ничего? Я рад вас всех видеть. Дратути. Я что-то взял. А, нет, не взял. Почему это говно взять не могу? Эй, берись. А, во. Возьмите пустой бидон бензина. Для бензина и наполните его бензином из бочки. Хорошо. Хорошо. Изи. Изи, ёпта, изи. С божьей помощью пройдешь. Посмотрим. Посмотри, щитки около генератора, может быть, там. Да нет, я так понял, это был запасной генератор, как на нем было и написано, собственно говоря. И нам надо заполнить именно основной генератор, который вот тут. А вон и бочки. Меня что-то подсказывает, когда я это все сделаю. Наверное, как полезут из всех щелей всякая нечисть. Например, потихонечку уже начинает лезть. В генераторе закончился бензин, блядь. Спасибо, капитан. Сука, очевидность. Капитан, сучья очевидность. В хоррорах это, знаете, это новая версия капитана, сучья очевидность. Я понял. Или не до конца понял. Какой-то из этих бочек, значит, должен находиться этот самый, да? Mother of God. No, man. No, please, no. No, fuck, no. Fuck, no. Please, no. Fuck me. No, fuck me. No, please, no, fuck. No, 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 fuck. Please. Do it, please. Блядь, ничего не вижу. Сука. Это, по-моему, блядь, на бочку похоже, но я не уверен. Сука, блядь, щупай. Щупай, блядь. Щупай, нах. Щупай, словно дрочишь в темноте. Щупай, я говорю. Не канает. Страшно, вырубай. Не-н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 е. Наверное, вот это вот полная бочка бензина. Есть пень, она возле входа. Сука, блин, он пошел пыль вытирать. Мать твою, а? Ну, естественно, сука, вот эта бочка. Ну, ясен же ж хера. Сука, блядь, ты же помнишь, что я пылинка? Врубай пылинку, может быть, откатилась. Я пылинка, мать твою, я пылинка, я пылинка. Пылинка я, сука, я пылинка, блядь. Я ебаная пылинка, я пылинка, пылинка. Я пылинка. Да ладно, это что, не та бочка, что ли? Слушай, ты бочка, я пылинка, мать твою, работай, блядь, работай, сука. Пылинка я. А если бочка находится там, а он пылесос? Блин, кстати, да. Знаете, такие ролевые игры с этим чуваком, который так пританцовывает? Я пылинка, а он пылесос. Так получается, он у меня сосет. Ну, это, в принципе, не так плохо, как могло бы быть. Фух, ладно. Что-то мне почему-то подсказывает, что идти надо как раз туда. Потому что этот пылесос наверняка не просто так здесь встал.
Скорее всего, надо его вынести, пойти туда, и там будет бочка. Давайте быстро, пока я здесь, я проверю все вот здесь, чтобы не возвращаться и не лохануться случайно. Но ничего тут нету. Где? Здесь тоже ни хрена нет. Очень мало дают батарейки, очень мало дают хила. Я бы даже сказал, как-то чрезмерно мало. Могли бы хоть чуть-чуть побольше дать. Так, это все пустые бочки. Прыгай на бочку. Нет, прыгать мы не умеем. Пустые бочки. Я вас поздравляю, пылинка идет к пылесосу. Подожди, а вот может ты, нет? Я тут краем глаза бочку увидел. Ну, ясен хер. Пылесосик, ты готов сосать? Я иду. Только смотри, сука, роль не забудь. Ты пылесос, а я пылинка. Ты сосешь, а я побеждаю. Блять, я на предыдущего потратил две аптечки, чтобы его убить. У меня сейчас ни одной нету. Дай ему те самые моя заточка минус твоя почка. Эй, я тебе шланг, сука, отрублю. Сосать не сможешь. Слышь, братиш. Братиш. Знаете, это напоминает на сельской дискотеке, короче. Самый топовый парень на деревне, короче, такой стоит, знаешь, телочек клеит. Рика, ты бы к такому парню подошла на дискоте, только честно? Хорошо, что танцует, классно двигается. Прямо видно, как у него руки прям в такт музыки шевелятся. По-моему, хороший парень. Никакого подозрения не вызывает, привлекает к себе много внимания. По-моему, топовый мужик. Кайте его как пользующего, с ним не получается, он очень быстро бегает. Я пробовал на первом, помнишь? Вообще ни хера не получалось. Блядь, ёб твою мать, ты кусок! Да нахер! А он все-таки забыл роли, походу. Блять, вообще не ожидал, сука. Я даже близко не ожидал, что такая херня произойдет, отвечаю. У меня наушники сделаны громче, чем у вас, раз в 10. То есть я реально, это, я, блядь, сука, реально шуганулся. Он все-таки потерял свою роль, реально. Он забыл, что я... Чуть не обделался, мать твою. Hey, who are you? What the? Мне там узнать и поймать его и пиндель ему дать, короче. Хорошо. Правда, пока не знаю, что конкретно. Ну хорошо. Кстати, тот ключ... О. Блять, вот, наверное, бочка с бензином. Вот это, наверное, сука, бочка с бензином. Вот это вот, сука, с бочкой с бензином. Вот, скорее всего, это она и есть. А я думаю, может его сразу прибить, а? Хотя... Так, братиш, мы это с тобой проходили. Я пылинка. Я пылинка. Хорошо. Тут вроде бы ничего больше не было, да? Привет, булочка.
Ебашь сразу. Нет, я думаю, наверное, когда я его сразу буду ебашить, придется с ним драться. Так будет срабатывать катсцена. В катсцене надо просто тыкать мышку, а я там так шуганулся, что я просто кинул мышку, в общем. И я не бил мышь, а надо. Погоди, а только что ж у тебя... А, воронка, да-да-да, точно. Тут же была воронка. Господи, где ты? Где ты, воронка, мать твою, воронка, приди ко мне, я воронка, я призываю тебя, пожалуйста, пожалуйста, сука, бля. Бей мышь, и мышь забьет тебя. Не, ну я на самом деле просто мог бы пройти, просто я реально туда... Ну вы видели, блин. Я пипец обосрался. Знаете, как говорится, испугался, обосрался, поэтому... Да, был такой... Вот тут же воронка была, да, где-то? А, вот тут была воронка, блин, точно. Так... Все. Ну чё, мать твою, ну чё, мы с тобой встретились, один на один ты и я, как предыдущий старый добрый, я смогу, я сделаю. Я смогу, нах! Кто тут папа, мать твою? Кто тут папа, блядь? Чей спот, сука? Мой спот, сука. Я ж надеюсь, ты не вернешься, нет? Надеюсь, у тебя карма кончилась, блядь. И ты больше не будешь меня убивать. Нормально все, заебись. Подожди, смотрите-ка. Или это я глючу? Нет, это я глючу. Ой, бля. Хорошо. Ты та самая бочка? Ну, естественно. Только дебилы бочку располагают близко. Остальные нормальные умные люди располагают бочку на другом конце, сука, здания. Ясен пень, это очень практично и логично. Ну, конечно, ну, ёпта мать, ну... Вот если тебе нужно зарядить телефон, ты бежишь к соседу, ёбаный в рот. Ты ж не будешь заряжать у себя дома, блядь. Ты же умный человек, ну... Ясен пень. Так, хорошо, ладно. Братиш... Я тебе покушать принес? Нет, ничего нету, блядь. Только... Я не знаю. Я тебе могу пендель дать. Ну, наверное, его это не успокоит. Только больше разозлит. А? Нет? Соси, сука. Соси, как никогда доселе. Опусти рычаг генератора вниз и включи его. Почему я думаю, что когда я это сделаю, произойдет какая-то херь? Это точно же произойдет какая-то херь. Ребят, подписывайтесь, кто не подписан, на мой канал. Добро пожаловать всем, всех рады видеть. У нас Black Desert, выживалки и хорроры. И не только, как говорится, на канале YouTube много чего хорошего, интересного и достойного для вашего просмотра. Ну, собственно говоря, кто подписан на Twitch, подпишитесь на YouTube, а кто подписан на YouTube, подпишитесь на Twitch. И кто не подписан вообще, подпишитесь везде. Генераторы заработали. На первом этаже включилось электричество. Используйте ключ, который ты нашел на цокольном этаже для того, чтобы открыть палату напротив библиотеки. Хорошо. Сделаем. Почему бы и нет? Именно, блядь, об этом я и мечтал. Думаю, сука, как же мне открыть палату напротив библиотеки? А что сделать, если я уже везде подписан? Создать дополнительный аккаунт и подписаться с него. Ну, это первое, что мне на ум пришло. Ну, а также спасибо тебе большое за то, что ты подписан везде. Хорроры у меня собирают меньше народу, чем БДО. БДО обычно собирает под 50, 60, 100. Хорроры собирают человек... Я не знаю, сколько на Ютубе людей, ребят. На Твиче 15, а на Ютубе сколько? Напишите кто-нибудь с Ютуба, сколько вас там. Хорроры собирают человек 20, 30, 40. То есть, хорроры, во-первых, боятся многие люди. Не все их смотрят, не все их любят. А, я понял, где я нахожусь. Все, я понял. Вот почему я слышал там дыхание. Это тот самый чувак дышал. Ну и плюс я не настолько популярный пока что. Ну, мы растем, развиваемся. Качество, хуе мое. Ну, логично. Нет, ну это я правда сейчас сказал. Мы и правда растем, развиваемся. Я стараюсь следить за качеством без шуток и приколов и троллинга. Да ладно, ты кто, мать твою, такой? Ты чё за хрень с горы? Ах, ты ж, мать твою. Ой, ты, мать твою. Ты серьезно, мать твою. Нет, твою мать. Ой, мать твою. Ну, в общем, вот. И мы с вами, в общем, вот так вот, короче, да.
Ребят, блин, вы меня пустите кое-куда? Мне тут, я, понимаете, подмыться надо. YouTube пяток, гайды по БДО собираешься обновить. YouTube пяток. Мало народу на YouTube, да. Значит, нас всего 21 человек. Ну, в общем, как я и говорил, в этом районе меня обычно на хоррорах и смотрят. Пока еще не настолько популярен, чтобы меня смотрело на каждой игре в районе сотни. Смотрят сотню только Black Desert. Остальные пока что игры смотрят в районе 30 человек. Гайды по БДО? Нет, не собираюсь, потому что я крайне много про это рассказываю на YouTube во время стримов. По Black Desert крайне огромное количество информации идет касательно всего этого. Так что просто заглядывайте на стрим по БДО. Сегодня он был, 3 часика мы постримили. Именно Black Desert, и вот сейчас стримим хоррор. Поэтому проще на стрим заглянуть. Ребят, наверное, еще половина четвертого утра. Ну да, плюс половина четвертого утра. Днем где-то в районе 50-60 человек у меня собирает хоррор, и в районе 100-120-150 человек собирает БДО. Примерно так. Хоррор все равно собирает меньше. На минуту отойду. Не разбегайтесь. Я быстро. Ползу. Ой, тут я. Тут, надеюсь, не сильно соскучились. Ой, господи. Ой, так вот. Ой, хорошо. Надеюсь, он меня еще не прибил тут нахер, нет? Как бы нет смысла просто обновлять гайды, понимаешь, братиш, потому что я уже занимаюсь конкретно стримами довольно часто, и все, кто хочет, они просто приходят на стримы. Ну что? Надеюсь, ваши вкусняшки еще не кончились. Ой, хорошо, почесал. Еще разок. Бля, я что-то весь чешусь, сука. Эй, так. Ёбаный в рот тебя, мать твою, чтоб тебя любили и уважали. Всем районом. Каждый день. Брат, что творим? Хоррор, братишка, хоррор. Довольно классный хоррор. Я уже столько раз шуганулся прям по полной. Так что ты на самом деле много интересного пропустил. Ну, правда хороший хоррор. То есть прям достойно, очень достойно. Поэтому советую потом пересмотреть в записи прям. Это видяха будет на ютубе. Очень нравится и прям супер. Ребят, нравится хоррор? А, ты спал? Ну ничего страшного, в записи потом посмотришь, не переживай. В смысле? Ты чё там снова? Какого? Ребята, бля, посмотрите, где он лежит. Я же его убивал. Мать его, я не хочу к нему идти. Он же снова оживет. Но его в задницу. Как называется? Я потом скажу. Я вначале там говорил, короче говоря. Я вначале говорил, как он называется, но сейчас я уже не вспомню. Прости. Из одного милого помещения в другое милое помещение. В Зов Катахулку? Нет, не играл. Ёп твою мать. Ребята, у кого есть пожелания в хорроры, вы советуйте мне хорроры, только не прямо сейчас, а вообще, в принципе, советуйте, я поиграю. Если я не играл их или не видел. О, сохранение. Ой, как хорошо.
Как называется, в общем, говорил в начале, потом все будет, ребят. На Ютубе я все настрою, так что, кому интересно, потом на Ютубе гляните, не переживайте, все в записи появится. Неон, братишка, стрим по БДО уже был, был он 3 часика, по ПВП шелись очень топово, стрим был посвящен чисто арене ПВП и прочему. ПВП шелся с очень хорошими, интересными, классными людьми, то есть, ну прям, было очень здорово, поэтому советую посмотреть, если не видел, было очень круто. Ну или если просмотрел половину. А сейчас уже это второй стрим по счету. Первый я закончил, второй начал, второй по хоррорам. Вот сейчас проходим хоррор, и он классный. Хоррор реально достойный, прям. Пока что очень нравится. И 2 раза или 3 раза я там орал, как маленькая сучка, так что... Если хочешь посмотреть, как я ору, как маленькая сучка, прошу на запись этого хоррора. Да, я знаю про Зов Ктулху, я не видел, точнее, ну как, я видел, ну так, чуть-чуть, но я не играл. Игра старенькая, но она с оружием, насколько я знаю. Я не знаю, будет ли она актуальна или нет, потому что она с оружием, она не такая страшная. Ну и плюс, ну игры с оружием, как правило, не сильно страшные. О, я взял лекарство, как хорошо. Я его съем. Всосал прям. Ну, мясо, хоть тут есть пожрать. Хорошо. Так вот, и... Скоро же выходит новый Ктулху, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Какая-то, ну, новая версия, типа, да? Вроде батареек больше нет. Если я не ошибаюсь, новая версия будет. Потанцуй со мной, братишка, потанцуй со мной, братишка, потанцуй со мной. Если ты не голубой, потанцуй со мной. Давайте пылинку врубим, точняк. Я, блядь, пылинка. Я, мать твою, гребаная пылинка. Угу. Я пылинка, мать твою. Я пылинка, сука. Верь мне, блядь. Верь мне, сука. Чатик, вот вы мне верите, что я пылинка? Ой, блядь, глаз зачесался. Видишь, пылинка попала. Я говорил тебе, блядь, я пылинка. Пылинка, я мать твою. Ты сраный пылесос, блядь, я пылинка. Ты должен соснуть, и я победить. Таксика пылинки пашет, видимо, откатился скилл. Тихо, мать твою. Вот, чат верит мне, что я пылинка. Он тоже поверил, ребят, молодцы. Тихо, блядь, тихо, тихо. Хорошо. Блин, охеренная игра, на самом деле, реально. Без прикол. Без прикола, говорю, игра реально крутая. Кто только пришел и пропустил, прям советую. Очень неплохой хоррор. Прям хорошо. И я тут реально прям... прям 1 или 2 раза я реально заорал. То есть, ну это пипец. А я редко ору в хоррорах. Было очень пару неожиданных моментов, когда я прям вообще не ожидал. Я не буду спойлерить, посмотрите, кто не видел. Да возьми ты хоть что-то, всоси в себя, блядь. Мне нужен хил. Отсела батарейка. Воу-воу-воу-воу, батарейка. Я нихера не вижу. Вообще нихера. Абсолютно. Мать его. Помогите. Там вижу свет. Надеюсь, не в конце тоннеля. Нет, вроде бы не в конце. Хорошо, значит, надо либо назад возвращаться, либо что-то в этом роде делать. Сейчас будем думать. Блин, не зря я эту игру нашел. Прям нравится. Так, давайте отодвинемся, потому что тут хотя бы более-менее видно, что там. Нет, там прохода никакого я не вижу, ни зверей, ничего там нету. Какие у меня задания? Ты должен найти охранника. Проверь в блоке... А, проверь Б-блок, из которого раздался крик. Действуй как можно быстрее. Да я как пуля, я как вы, я как пылинка, мать твою. Что может быть быстрее пылинки? Только 2 пылинки, ну ладно, это уже не то. Я что-то нащупал своей жопой. Щупай дальше. Сука, бля, тут нет фонарика, тут только камера есть, у которой батарейка села.
Походу, все равно нужно будет убивать всех танцоров. Ой, мать его, я надеюсь, что это не так. Я боюсь, что, наверное, да. Я пытаюсь понять, есть ли там что-то в этом ящике или нет, но, по-моему, ничего. Батареек, заметили, вообще нету. То есть это пипец. Батарейки тратятся за 5 минут, и их просто тупо нет. Я нашел 3 штуки за всю игру, и они тратятся, ну, буквально сразу. Вот это вот немножко непонятно. Так, ну, не то, что непонятно, но это жестко. Могли бы как-то сделать, чтобы они, ну, не так яро тратились. Эй, пылесос. Я к тебе вернулся. Я скучал. Сиси, вы слышали, он сказал сиси. Господи, он говорит. Он танцует такой, знаете, сиси, сиси. Господи, он такой же, как мы. Бля, у меня аж слеза потекла. Он такой милый. Сиси. Скажи еще раз сиси. Сиси. Ну, ну, ну. Реально, он сказал сиси, отвечаю. Да, нету. Сиси, мать твою, сиси, думай о сиськах, думай о сиськах, думай о сиськах, о сиськах, думай, сука, о сиськах. Сиськи меня спасут. Я боевая пылинка, блять. Я это понял. А теперь ключевой вопрос. Зачем? Зачем я убил мужика, который стоял себе спокойно, пёрлся в стену и думал о сиськах? Зачем я убил его? Да для чего? За что? Может, я феминистка? Не уверен. Но, как вариант, возможно. Хотя я же за мужика играю. Но, может, я феминистка, которая просто... Я не знаю. Пол сменила, положим. Блин. Прости, парень. Стоял себе, танцевал, никого не трогал, думал о сиськах. Я пришел, убил его. Ну, разве я не варвар? Эта игра... В этой игре не они плохие, а я. Я понял это. В этой игре плохой я, а не они. Как-то даже стыдно стало. Боевой скилл думал о сиськах, зарешал. Я тут немного отвлекся, но как игра? Щекочет яйца или прям хватает? Слушай, ну... Знаешь, атмосфера хороша, она щекочет яйца, но пару раз схватила. Прям схватила. Я 2 раза прям орал. Прям орал. Реально, натурально орал. Так что, если ты вдруг что-то пропустил, потом в записи посмотришь, думаю, не пожалеешь. Вечерком, знаешь, так, с вкусняшками на атмосферку, пару раз прям реально орал. А, подожди, а может... Нет? Прости. Бля, наверное, не так прощения просят, надо было не пинать его. Блин, парень был на самом деле своим мужиком. Он никому не желал зла. Он стоял, тыкал свой елдень в стенку. Ну. Так, хорошо, у меня снова нет идей. А? Блин, в этой игре вот не всегда понятно, куда идти. То есть, как бы, точнее, даже не то, чтобы непонятно, а порой из-за полного недостатка света... Тут была все это время гребаная дверь? Вы серьезно? Как я должен был ее увидеть-то, мать его? С помощью чего? С помощью волшебства и палочки феи? Да я иду на гребаный ощупь. What the fuck is going on here? Please, dude. Anybody? Help me, motherfucker. I need fucking light, please. Please, light. Oh, shit. No, I don't need it. Sorry, man. Sorry, I'm sorry. I'm just kidding, man. I'm kidding. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Is this a joke, man? Нахуя я просил помощи? Нахуя я просил помощи? В следующий раз, короче, заметочку, блядь, не просить, сука, помощи во время того, когда играешь в хоррор у местных зомби. Все, я понял это все, блядь.
Ну ладно, хули, расспросил, теперь придется принимать, блядь. Чё как? Чё как? Чё как? Не, ты можешь не помогать, если ты занят, блядь, я... Не, если ты занят, братиш, я пойму, блядь, я серьезно тебе говорю, я пойму, я сука добрый, блядь. Ты можешь не помогать. Мне не к спеху. А ты, ебать, колотите. Кстати, заметь, вот я того чувака убил, вообще не надо было даже, потому что я вроде как его убил зазря. И только аптечка на него зря просрала жизни. То есть я съел аптечку, пошел убил чувака, который думал о сиськах, и опять потерял эту аптечку. Ну какого хрена? Я мог и не убивать его, потому что в принципе он мне даже не мешал. И я бы сейчас был с полными жизнями, счастливый и радостный. Я мог помощи не просить. Нафига тебе, Света, ты пылинка. Ты прав, кстати говоря. Ну, наверное, с ним пылинка не прокатит. Что-то он как-то стоит не очень по-пулиному. О, ребят, подписывайтесь, то первый раз у меня на канале. Пока я тут, короче, пылинкой прикидываюсь. Еб твою мать, а. Правильно, спасибо. Damn, fuck damn. Алексей Самородин, damn. Спасибо тебе за подписку, братишка. Добро пожаловать к нам, в нашу компанию. У нас хорошо, уютно, тепло. Ебаный в рот, пылинка не видит, куда идти надо. Села батарейка. О, это батарейка? А, да, конечно. Да я ни хера не вижу, господи. Игра, я прошу, дай мне немножечко батареек. Мать его. Тут видно ровным счетом ничего. Сам себя прихерел сейчас, отвечаю. Фух, какой я крутой, однако, ё-моё. А, да, это подписка, я успел соскучиться. Да, есть такое. Ну, в БДО подписки гораздо чаще идут, это понятно. А всё-таки по хоррорам чуть поменьше. Ну и плюс время такое, как бы, да, то, что как бы время как бы 2 часа 43 минуты у меня, а в России 3 часа 43 минуты, но как-то так. Так, я теперь чувствую себя виноватым. Слушай, я тоже, я убил пацана за то, что он мечтал о сиськах. Как-то по-гейски, правда? Давайте чатик, мы никому об этом не скажем, это будет наша тайна. Все, все. Пацан такой говорит, сиськи, сиськи, мы ему... Реально по-гейски как-то, думай о членах, типа... Нехорошо. Это было нехорошо. Ну да, завтра тоже хоррор, ребят, только завтра пораньше еще начнем, да? Чем сегодня. Ёбаный в рот, ты что так орёшь-то, блядь? Сука... Эй, who are you, мать твою, это последнее, что нужно спрашивать у чувака, который дергается в таком месте. Знаешь, такой идешь такой по зданию, смотришь, тут такой чувак сидит, думаешь, блядь, давай картечки раскинемся. Знаешь, если сидит чувак, дергается среди трупов. Эй, ты кто? Ты добрый? И чё? Я не знаю, наверное, судя по всему, злой. Вставай, блядь. Ленивая. О, что-то нехорошее сзади меня произошло. Походу, кто-то штаны снял. Мне сейчас записку положу, он как всунет. Ой, блин, нехорошо, это нехорошо. Скажи, что ты доктор, и начинай раздеваться. Вот, походу, там кто-то уже сказал мне, что он доктор, и, походу, уже разделся. Имя. Фил Тони, мужчина. Год рождения 19-80. Эксперимент номер 26. Дата посещения 17 января 2005 года. Специалист доктор Леон. Заключение осмотра больного. У больного расстроенная речь. Больной жаловался на головную боль. Наблюдается бессонница. Блять, прямо как я. Ну, наверное, похоже, да. Лекарство 20 мг ЗЭС. Ну, точно колеса. Я же говорил. Использовано лечение, мониторинг сна. Ну чё, ребята, сейчас я уберу, и мне же точно кто-то всунет. Ты уже знаешь, что в этом здании проводится секретный эксперимент? Да неужели? Я даже подумать об этом не мог. Господи, все что угодно, только не они. В конце концов, похоже на вечеринку панков. Так, ладно. Но для того, чтобы понять, зачем эти эксперименты проводились, ты должен найти больше подсказок. А я что такой имбецил? Нахера мне это надо? Кому я должен? Там, мать твою, домой беги, придурка кусок. Беги домой, ты не должен их находить.
Зачем? Если ты попал в какой-то гребаный отель, где происходит какая-то херня, для чего ты должен найти больше подсказок, кто тебе это сказал? Твоя совесть? Шли нахуй, иди домой, я тебе отвечаю. Кому ты должен? Кому? Ой, блин, во всех хоррорах мы играем за даунов. Я отвечаю вам, ребят. Тя-тя. Должен он, блять. Ты должен своей жене секс, больше никому ты ничего не должен, все. Смотри, как бы тебя тут не присунули, серьезно, я говорю, так, ладно, все. Леон, это не тот, что из Raccoon City, кстати, да, возможно. Ох, мать твою. Свет в конце тоннеля, ребят, это холодильник. Теперь мы знаем. Теперь мы знаем. Истина где-то рядом. Она оказалась в холодильнике на конце светильника. Блять, как-то на конце прозвучало немножко пошло. Тихо, 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 мать твою. Что у нас тут хорошего? А что может... Я что, в говно наступил? Походу, правда, в говно наступил. Бухнем. Потому что они гребные ученые под правительством, которые изобретают разные вирусы и прочую хрень, и им нужны были подопытные люди для этого. По-моему, это логично. Ты что, фильмы не смотрел, что ли, мать твою, а? Ты что, фильмы не смотрел? Пни себя пяткой об стенку и иди дальше. Я не уверен, что это поможет, но вдруг... О, там голая женщина валяется на полу. Может, все не так уж и плохо. В конце концов, рано или поздно мы к ней придем. Батарейка! Наконец-то! Хотя бы одну нашли. За всю игру 3 батарейки. Они кончаются мгновенно, блин. Что тут? Нет, ничего. Что тут? Нет, ничего. Будем использовать их вот так. Да, я понимаю, это, конечно, странно, но, блядь, по-другому никак, потому что их очень мало. И вот. Вдруг они пригодятся. Да, нас на самом деле странно. На месте этих танцоров я сам... Ой, блядь. Сорян, что-то у меня тут было. Я сам бы смаковал, ходил чувак в белом с ножом, нанимает на камеру все. Да, кстати. Фух, батарейка. Это что за говно? Нам что, прыгать вниз, что ли? А голая баба лежала на первом этаже. Точнее, на втором. Я думал, что хоть что-то хорошее в этой игре наконец-таки произошло. А походу нет. Походу меня обломали. Говорят, не дадут тебе сегодня, братиш, никакого секса. Никакого. О, господи. Ты не голая баба. Берите меня, пожалуйста, назад. Подтянись, блять, подтянись. Нет, сука. Чувак, у тебя вообще низа нету, ты без ног, ты только подрочить сможешь. Ты нуждаешься в лекарствах больше, чем раньше. Чтобы найти лекарство, найди свой старый кабинет на первом этаже. Я пылинка, мать твою. Пылинка. Эй, йоу. Ты ж не дебил, чтоб пылинку бить, да? Ты же умный парень. Хороший такой. Вполне приятно выглядишь. Ну, голос подкачал чуток, но ничего, поправить можно. Тренировки там, дикция, хуё-моё. Сиси! Ведь он тоже о сиськах думает. Сиси! Сиси! Он что-то облизнулся в конце. Сиси! Господи. Мужики, даже когда превращаются в зомби, остаются мужиками. Доказано. Сиси. Мы всегда с вами. Мы думаем о вас. Мы только здесь и только сейчас. На моем канале, кто не подписался, тот не думает о сиськах, ребят. Я думал, а тут Black Desert. Был Black Desert, 3 часа мы постримили, но сейчас здесь... Не Black Desert. Найдите ключ. Ключ должен быть где-то на цокольном этаже. Опять цокольный этаж. Мать твою, опять. Ты что, там отжимаешься, что ли? Тем более, он тоже про сиси мечтает. Ага. Чё как? У
меня сисек нет, я мужик, мать твою, ты чё? Эй, 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 харе, 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 я мужик, у меня нет сисек, у меня сисек нет, ёб твою мать. Я понял, так я просто накурился. Я, походу, просто под ЛСД. Это обычная девушка, а я хожу тут всех кромсаю. Это интересно. Что-то начинает присняться. Бля, могу, что в конце окажется, что доктор обдолбался. Да-да-да, ходил и резал пациента в клинике. Я тоже так уже подумал. Да, ребят, я камеру включаю и выключаю свет, но вы сами понимаете почему, потому что у нас очень мало батареек. Тратятся они крайне быстро, даются крайне, мать его, редко. Поэтому, может, это, конечно, немножко раздражает, но простите, просто если я буду прям по полной их тыкать, то они кончатся прям за секунду. Тихо. Хорошо. Не, игра крута. Бля, там два танцора одновременно. Вы что, прикалываетесь? Мне с одним-то тяжело справиться. У меня нету аптечек ни хера. Там два танцора, мать его. Это писец. Это писец. Это писец. Ребят, кто пришел на БДО, подписываемся. Не переживайте. БДО есть, и БДО будет. БДО никуда не денется. Так что... Вы правильно пришли. Просто кроме БДО тут бывает еще и хоррора. Где в своей жизни я свернул не туда? Наверное, на том моменте, когда я приперся в здание и решил, что мне необходимо найти подсказки. Нахуя? Ну, вот где-то примерно в этом месте я свернул не туда. Я понял, да. Ох, ты же ядрить колотить, джекпот. В металлических шкафах должны быть батарейки для камеры. Да, должны быть, только их там нет. В холодильниках и аптечках первой помощи должны быть лекарства. Должны быть, только их там нет. Если ты хочешь остаться в живых в больнице Августа Валентина, используй все возможности. Например, уйди отсюда сразу, как только вошел. Это самая охуительная, самая правильная и самая необходимая возможность. Кусок ты хорошего человека. А как я должен убить этих танцоров? Это что, прикол такой, что ли? Да, Август Валентина, пидорское название, согласен. Не, серьезно, а как я должен убить? Кстати, вот я думаю сейчас, вот в этот есть смысл заходить? Там не лежало ничего, вообще ничего. То есть, аптечек там не было ни хрена, там не было. Была катсцена, не знаю, насколько она важна или не важна, но мы уже с вами видели. А потерять жизнь, я убиваю того зомби, я могу нехило. То есть как-то... Хотя, с другой стороны, я могу туда зайти, попробовать их откатить потом. Бля, как я должен тут-то? Что я должен тут делать? Вы что, прикалываетесь? Эй, ребята! Вот пылинка, блядь, не прокатит. Ну, ёй, сука, я, блядь! Ты чё? А как я должен это пройти-то? Мать твою. Я сам потиранул, писец просто. Не, серьезно, а как я должен это пройти? Господи, я, блин, тут даже все себе сломал нахер. Так, хорошо. Точнее, пока не понял, что конкретно хорошо, но... Сука, когда повернулся, реально потиранул. Тихо. Бля, у меня нет идей. Ребята, у меня нет идей. Ладно, зайдем сюда, потому что... Почему бы и нет? Ну его и одного тяжело убивать, как убивать троих-то одновременно? Я вообще ума не приложу, это просто невозможно. То есть, господи, даже с одним из них довольно-таки большие проблемы.
Что же говорить про троих? Псец. Только того, что я убиваю этого зомби здесь, в этой комнате, вообще ничего нет. Совершенно. Что мне это дает? Мне, откровенно говоря, не ясно. Даже то, что я его пнул, мне тоже не помогло. Хотя я надеялся, что поможет. Вентиляционный цех здесь какого-то власти нет. Мы тут не можем ни присаживаться, ни прыгать. Я же говорил, у главного героя геморрой, поэтому он пришел в больницу, чтобы его вылечили. И он не может присаживаться, потому что больно, геморрой касается пола. И не может подпрыгнуть, потому что геморрой, судя по всему, болтается и неприятно. Поэтому наш главный герой не может. Может, тут где какой-то ключик, я хз. Да, там еще дверь, я видел, но я ее в предыдущий раз заметил. Но она не открывалась, что сейчас, что в предыдущий раз, поэтому толку с этого особого нет. Ваши идеи, господа. Не, ну я их не убью. Даже с одним огромные проблемы. Тут что, серьезно, надо убить троих? Это прикол такой? Да, вроде тут нет никакого ключа, ни хрена интересного. Назад я попасть не могу, поэтому в принципе вариантов у меня особо нет. Здесь ничего нет, тут ничего нет. Я не знаю. Ну ладно, пойдем пробовать, как бы что еще делать. Других вариантов я для себя все равно не нашел и. Я просто почему бегаю? Я проверяю, вдруг я ключ какой-то, ну знаете, не взял от какой-то двери, можно их обойти. Но я вроде бы все посмотрел. Вроде бы прям полноценно все посмотрел, не вижу я здесь ни одного ключа, что-то похожего на ключ и прочее, вообще нету. И внутри здесь снаружи нигде, хрен его знает. Попробуем их покатить. Другого пути я не вижу. Они меня шотят. То есть, как бы, я не знаю. Вот это очень хороший вопрос. Попробую не тратить жизни ни на кого из этих, то есть ни на этого, ни на ту абсолютно, потому что та комната абсолютно бесполезна и... Блин, погоди, ну должно же как-то это проходиться, логично ведь? Фух, хорошо, что же я делаю не так-то, господи, боже мой, что я делаю не так? Почему ты не можешь выломать эту дверь, она не такая уж и тяжелая. Как-то их прокатить и обойти по кругу я не могу, это не получится. Слишком уж как-то плотно они стоят. Пробежать каким-то макаром тоже не получится. Блин, я не понимаю. Прокатить их не могу. Что я делаю неверно? Хорошо, пробуем еще раз, потом начинаем думать о чем-то хорошем. То есть серьезно? То есть надо реально их убить? Я хз. Ладно. Hey, get your hands off!
Да их еще целых два человека осталось. Вы прикалываетесь? Каким хреном я должен это сделать? Одному больному нужна помощь. Этот больной — это я. Я не могу брать эти предметы. Фак, дайте мне аптечку. Кто дверь открыл, мать твою? Закрой обратно, пидор, блин, а? Этот больной... может что-то знать о происходящем в больнице. Пока не поздно, попытайся найти его лекарство. У меня есть ножик. Хочешь, я тебя всуну куда-нибудь? Наверное, вряд ли это сработает. След этап с мужиком. Ты не спойлери мне, братиш, не надо. Там, кстати, части закрылись. Те части, они закрылись. Ну, как это сказать? Там, где я только что вот быстро пробежал бегом, они больше не... А, кстати, у меня время идет над башкой. Только сейчас заметил. Ёб твою маковку, серьезно? Больница, блин. Все наркоту уже сожрали давным-давно, вообще ничего не оставили мне, сволочи, могли бы поделиться. Да пытаюсь я найти его лекарство. До этого он подыхал полчаса, пока я тут бегал по больнице, и нормально все с ним было. А сейчас вдруг за минуту сдохнуть собрался. Больной, блять. Ты такой больной, ты бы знал это. Это твое лекарство? Нет? На, жри, пей, делай что-нибудь. Работай, сука. Вставай, иди на завод. Это жестоко, вставать перед ним и пить, короче говоря, хилку. То есть я выпил хилку, а он сейчас сдохнет. Ну, замечательно. Отдохнуть. Почему бы и нет? Приятная компания. Люблю отдыхать с хорошими людьми. Ну, они все ко мне руки тянут. Видимо, любят. А главное, уйдите отсюда побыстрее. А можно один вопрос? Куда, блять? Отсюда. Уйди отсюда побыстрее, только попозже, на тот свет, мать твою, только на тот свет ты отсюда можешь уйти, и все на этом, я понял. Это не совсем то, что я ожидал, серьезно. А если бы я его спас, всей этой херни бы не было? Почему ты все еще кашляешь, ты же умер, блин. Тихо. А когда я смогу уйти отсюда? Можно ли, пожалуйста, уточнить вопрос?
Да, я видел. Оу. У тебя даже писюна нет, чем ты меня собрался? Ладно, не важно. Ёб твою мать, ты чё? Ты чё, самая резвая? Ты чё такая дерзкая, а? Я отсюда могу уйти только на тот свет, походу, это факт. Че, их ходить как по одному сейчас вырезать, что ли, да? Жизни нас всех не хватит, вы что, прикалываетесь? Она одетая, кстати. Фух. По одному, ребят. В порядке, вот, а что ты кашляешь, ты уже сдох? Господи, умри, сука. Я это говорил не себе. Ты слишком близко к сердцу принимаешь мои слова, блин. Фух, господи, нет, но это было круто, это было весело, это было зачетно. Ребят, нравится? Надеюсь, что да, потому что хоррор очень интересный. Время 4 часа утра. Да, это получилось странно. Хоррор мне нравится, он выглядит действительно довольно зачетно, довольно круто. Сегодня был вообще очень интересный топовый стрим. Давайте... Тихо. Фу, так. Все, вижу чатик, вижу Twitch, вижу YouTube. Ебать, я аж дрогнул, когда ты повернулся назад, и эти херни побежали за тобой. Да, есть такое. Ребят, давайте уже тогда потихонечку заканчивать, потому что у меня начинается тупничок, а стрим, в принципе, идет уже достаточно по времени. Время уже почти 4 часа, точнее, у вас 4 часа, у меня почти 4 часа утра. Стрим сегодня получился очень хороший, на мой взгляд. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Не переживайте, эту игру мы продолжим, потому что игра мне понравилась. Просто разделим ее на несколько частей. Не знаю, насколько она длинная и тому подобное. Так что, надеюсь, вы не сильно расстроены этим поводом. По-моему, получилось очень круто. Вам будет повод зайти еще ко мне на стримчик и еще посидеть с нами. Завтра также будем стримить. Завтра, короче говоря, по плану будет... Не знаю насчет этой игры, но, в общем, возможно, эта игра, и еще есть две игры на повестке дня. Плюс будет, естественно, Black Desert некоторое количество времени. Завтра я буду на стриме не один. Скорее всего, и стрим завтра начнется пораньше, чем сегодня. Надеюсь, если я проснусь пораньше. Но, в общем, надеюсь, получится. Я будильник поставлю. И вот. Надеюсь, вам все понравилось, ребят. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто здесь первый раз, и делитесь с друзьями. Было, по-моему, весьма круто. Даня, Распира, тебе большое спасибо за поддержку. Ты прям чатик оживлял, хотя в чатике, как ни странно, был как бы не только ты, а еще 15 человек сверху, но почему-то писал только ты. И тебе за это отдельное огромное спасибо. Все, ребята, ну и на Ютубе еще 9 человек. Кстати говоря, так-то хоррор сидела, смотрела все это время человек 25. Один Даня в основном писал за всех. Все, спасибо, ребята, спасибо тебе, Даня, спасибо всем остальным. Увидимся. Давайте я вам музычку поставлю. Сейчас что-нибудь хорошенькое. Вот это, например. И все. Не за что, я старался. Вижу, братишка, вижу. Все, ребята, до завтра, скорее всего. Там сделаем хорроры и много чего интересного. Вы опять видите мой десктоп. Я пока его закрою. Оп, отлично.
Все, всем удачи, всем счастливо, до скорой встречи, покедова. Доказано, подписка на данный канал увеличивает ваш присос в десятки раз.